умница, умница. Ждать. Да, молодец. Нет. Сидит. Сидеть. Ждать. Да, давай скорее. Скорее. Молодец, умница. Там посадите и в эту сторону пройдите. Поводок попробуйте отпустить и дальше сюда отойдите до меня. Срывать? Ждать. Говорим, ждать, остановились, постояли. Ждать. Руку в сторону выдвинули, как говорите, да, обычно, да. Только при этом говорим, сидеть, ждать. Ждать. Попробовали на корточке присесть. Ждать. Встали, говорим, ждать. Ждать. Попробовали... сорваться резко в сторону, типа побежали. Говорим, ждать. Ждать. Теперь встали, остановились и подкрепляем маркером. Да. Скорей, молодец, умница. Положили собаку. Бежать. Посадили. Сидеть. Поставили. Стоять. Молодец. Уже лучше. Посадили. Сэм. Сидеть. Молодец. Положили. Но сразу лакомство не даем. Лежать. Говорим, ждать. 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 Пробуйте встать. Ждать. Даем, пока он лежит. Вот так. Молодец. Поставили. Стоять. Вот так. Положили. Встали, ждем, говорим, ждать. Ждать. Даем. Да. А, вот все, встал. Ну, потому что он, в принципе, все правильно сделал. Скорее. Собака играет с поводком, а не с кольцом. И вы с собакой играете, когда собака держит за поводок. Ваша задача научить собаку играть с кольцом, а не с поводком. Почему собака играет с поводком? Потому что у вас поводок привязан к кольцу. И поводок, на котором вы водите собаку, они похожи. Видите? Поводок, который привязан к кольцу, вы сделали на время только, чтобы собаку научить бегать за кольцом. И хватать кольцо, и вам приносить, и побеждать вас. Вот так вот нужно играть, когда собака держится за кольцо, а не за поводок. Собака почему выбирает поводок? Потому что он мягче. Вот такой силач. Вот, теперь берем поводок, который к собаке привязан. И когда собака вот так вот тянет, поддавайтесь и отбегайте. Тут же зазывайте к себе собаку. И снова подлавливайте кольцо. Отдаем несколько побед. Собака побеждает и вам приносит. Давай. Видите, он убегает сейчас от вас. Ваша задача, чтобы он побеждал вас и вам сразу же нес. Поэтому, когда вы ему отдаете победу, нужно сразу же от него отбегать и зазывать к себе. Давай. Проявляя при этом положительные эмоции. Забирай. Вот так, молодец. Вот теперь он уже более-менее начинает бежать в вашу сторону. Вот, отбегаем. Подловили кольцо. Теперь давайте поработаем над тем, чтобы он вам его отдавал. Чтобы он отпускал кольцо. Взялись за кольцо. И обездвижили его. Эмоции не проявляем. Держим поводок, чтобы собака не убежала. Как только он отпускает кольцо, тут же с ним начинаем играть. Да, обездвижили. Просто держим. Как только он отпускает, сразу начинаем игру.
А так стоим. Давайте берем лакомство, если так не получается. Тогда с лакомством. Лакомство к носу подставляем. И меняемся с собакой на кусок лакомства. Игрушка в руке, лакомство к носу. Отпустил игрушку, дали кусок лакомства. Дали кусок. Игрушку не надо прятать. Игрушка тут же. Кусок лакомства он съел. Игрушку продолжаем держать. Как только он прожевал лакомство, игрушку откидываем и начинаем с ним играть, когда он ее не хватает. Лакомство подставили сейчас к носу и не даем лакомство. Не даем. Я говорю, не даем, вы меня не слушаете. Не даем. Он так и будет у вас хватать кольцо, брать лакомство и снова хватать кольцо. Лакомство к носу, он отпускает кольцо, и лакомство не даем, и не играем. Несколько секунд он кольцо не хватает, начинаете игру. У меня уже сил нет, иди ты поиграй с ним. Лакомство вам для того, чтобы переключить внимание собаки с игрушки. Видно, что есть проблема с тем, что он не отдает кольцо, и хватает он его, пока не было команды. Взял и схватил, потому что сам захотел. Это не правило игры. Это правило, но его правило. Не давайте ему вот этим заниматься. Эй! А я еще стыда получу, да? Дай. Нет. Нет. Отвяжите поводок от игрушки. Дай. Не тяните, пускай держит. Отвяжите поводок от игрушки. Да. Убрали поводок в сторону и играем только с игрушкой. Вот так. Откидываем ее. Давай, давай, давай. Теперь работаем над тем, чтобы он отдавал. Дай звучит, когда он будет отпускать. Сейчас дай не говорим. Пускай тянет, ждем. Ждем. Не играем. На собаку не смотрите, отвернитесь от собаки. Высоко не поднимайте, отпустите ниже. Ты что, не чувствуешь? Ждем, ждем. В этот момент удобнее взять вторую игрушку и отвлечь внимание собаки на второй предмет, который вы начинаете откидывать, если вот такая ситуация, когда лабрадор не хочет отпускать кольцо. Не-не-не, перчатки это неправильно. Руки можно прижать, локти к ногам, наклониться чуть-чуть. Вот так. И не играем. Вы, собаки, должны показать разницу, что игра, когда вы проявляете положительные эмоции, хвалите собаку. А когда вы не хвалите, остановились, это уже не игра. Собака не понимает сейчас разницу. Ждем. Прячется от меня. Лакомство не нужно будет ему давать, когда он кольцо отпустит. Хорошие гривы. Игривая собака. Не даем, не даем. Игрушку не убирайте. Вот ваша ошибка. Не даем лакомство. И игрушку не убирайте. Игрушка внизу. Стойте спокойно, выпрямитесь. Игрушка внизу.
Вот когда собака будет возле вас, игрушка будет у вас в руке, он ее не хватает, тогда игра начинается. Игра начинается, потому что вы сказали, допустим, играй или хватай. И здесь вы начинаете игру, а не собака. Сэм, давай, играй. Вот теперь играем. Поиграли, поиграли, поддаемся. Поиграли, поиграли, остановились, лакомство к носу. Вот мало. Почему он не понимает разницу, как вы думаете? Потому что вы играете, и эмоции не слышно. Вы не проявляете положительные эмоции, вы молчите. И сейчас, когда вы останавливаете, вы все тоже молчите. Вы создаете две одинаковые ситуации. Но в один момент вы активно двигаете предметом, и вы молчите. В другой момент вы обездвиживаете предмет, и вы тоже молчите. Вы должны собаке показать разницу, что вы двигаете предметом и вы активно проявляете положительные эмоции, а когда вы обездвиживаете предмет, вы выключаете положительные эмоции. Собака слышит разницу. Либо в вашем случае вы и так молчите, и так молчите. Собака думает, что вы остановились, нужно чуть-чуть понастойчивее попробовать с вами поиграть, и вы продолжите игру. Собака будет быстрее понимать разницу, когда вы супер, молодец, браво. И вдруг вы захотели, чтобы он отпустил, вы остановились, и вы уже не говорите супер, не говорите молодец, вы замолчали. И собака сразу видит, что что-то не то. Лакомство возле носа, собака отпускает игрушку, игрушка никуда не двигается сразу же, игрушка тут же. А лакомство вы собаке отдаете взамен на то, что собака отпустила игрушку. В дальнейшем вы лакомство даже не предлагаете собаке, останавливаетесь, эмоции прекращаете проявлять, и собака понимает, что нужно игрушку отпустить. Собака отпускает игрушку, и вы тут же с собакой за это начинаете играть, за то, что он отпустил игрушку. Когда он начинает это делать стабильно, вы произносите команду «дай». «Дай» в тот момент, когда он игрушку отпускает, а не «дай», когда он пытается ее у вас забрать, а вы тянете в свою сторону.